Итак, муравей. Всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Даник КБ. И у нас на обзоре вот это чудо, которое нам выпало в одном из видосов, где мы обозревали вот эту замечательную машину. Ой, блядь. Давайте что-нибудь... Блядь, я толком о нем ничего не знаю. Будем узнавать все сегодня. Блядь. На 6-м уровне как-то под калиберы даже, блядь. Неохота их брать. Потому хуй с ним. По оборудке, чё? Чё у нас вообще здесь? Давайте вот эту, блядь, вкачаем и все, блядь. Я так денег дохуя потратил, блядь. Ёха хотел купить, 5 лямов было, блядь. Вот эту хуету купил, блядь. Съебало нахуй. Все. Теперь я доволен. Прочность у неё. А давайте, блядь, в бою все поймем. Ну, погнали в обычку. Ух, блядь. Мне даже интересно, что ты можешь нам показать сегодня. Блядь, АЦ-4 Сентинель, блядь. Ёбаный в рот. Кстати, заметьте, на 6-м уровне катает больше всего человек. 61, нахуй. Ёбнешься. Но в основном все на тяжах катают. Я думаю, да. Мы в топе. Мы в топе. Блять, а пробиваемость какая? Я уже забыл. Причем против тяжей-то сможем что-нибудь показать, нет? Ну, жопу, я думаю, накидаем. Итак. Только вооруженность маленькая у него. Это заметно. Ну вот, блять, МТ-25 нахуй уже охуярил. Так, получим что-нибудь? Блять, вообще красота. Сейчас против МТ-25 будем хуяриться. И то не одни нахуй. На нахуй. Нихуя. И чё, и все, блядь, на КД уходишь, да? Ребенок. Блядь, сейчас самое главное, чтобы нам... Ёб твою мать, съёбываем! Съёбываем нахуй! Блядь, башня, повернись. Ёб твою мать! Ну все, пизда. Нет, повезло, фугасом не пробил. Все, уёбываем нахуй. Уёбываем нахуй. Ёбаный в рот. Ребята, вы чё такие злые? Я такой, я не любитель как-то на СТ-шках кататься, поэтому, блядь, мне это хуёво получается. Это заметно. Сюда, блядь. Сгори нахуй. Ну, этот бой мы выиграли. Выжили, правда, только одни. Чё у нас по тяжам? Тяжей нету? Ух ты. Блять, гусеница! Где 4? Нормально. КВ-2. Чё, он ожидает этой встречи, нет? Блять. Надо было реалистично идти. Поскольку вот... Это очень решает, кто там, нахуй. Кто там? Ну, блядь, кто нахуй? Нихуя. Давай назад. Оба, блядь, красавчик. Так, мы засветились. Давайте подождем. Ладно, я думаю, можно ехать. Он, блядь, стюк уже хуярит, пельмень. Опа. В жопке у нас, блядь, сейчас такой фугасик бы прилетел. Он меня за раз может ёбнуть. Я так думаю. Так, сухо. И еще пизда, блядь. Ревущий, блядь. Хуя реву. Блядь, ну нахуя ты это делаешь? Блядь, ну ты пиздец. Тебе интересно на этой пушке играть, серьезно? КВ-2 создан для того, чтобы хуярить фугасами. Ну не вот этой штукой. Ну же, блядь. КВ-2 для чего был создан? Для того, чтобы разрушать постройки. А это, блядь, корабельная пушка какая-то. Давайте посмотрим за стюгой. Здесь хотя бы хоть какой-нибудь адреналин имеется. У нас сухо осталось.
И хуй знает где она, блядь, в любом городе. Далеко она за такой срок бы не уехала. За такое время. Срок. А, ну срок это время что. А, нихуя она упиздила, кстати. Хуяк. Давай, пельмень, хуярь ее. Блять, сухо может спокойно затащить. Ну, блять, если это все зависит от наших челов. Они на нее хорошо давят захватом базы и вообще позициями. Опа! Круж! Лучший. Блять, пельмень, помогай! Ёбана! Ёбаный в рот пельмень, нахуй. Быстрее бы закончили, ёбаный. Чё ты там стоишь? Опа. Выманил. Ну-ка, пельмень, готов. А, нихуя, блядь, это красиво было. Я даже не заснял. Ебать, так он и этого, блядь. 4 кило сделал, но этого воина получил. Красавчик. На этом танке, ну, блять, это вообще... Это угар чисто так кататься. Ну, шестерки, они сами по себе угар. Либо для того, чтобы фармить золото. Хотя мне вот... Мне так казалось раньше, когда у меня была шестерка. Когда у меня максимум были танки 8 уровня, я считал то, что шестерки это идеальный... Идеальные, блядь, золотые магнаты, нахуй. Точнее, серебряные. А так, нет. На восьмерках больше дают деньжат. Поехали. Так. Сейчас надо. Блядь. Пыхнуть надо. Ёбана. Нахуй? Съебал? Ебать! 2МТ-25, это, блядь, знаете ли... Блядь, если нам ПТ-хи помогут, то мы справимся, а так? Блядь, ВК-ха, да... Блядь! Пизда, нахуй, все уёбываем. Это пиздец. Это пиздец, все уёбываем, нахуй, ребята! Нахуй. Хуя тебе гусеницы. Блять! Убегай! Уходи, блять! Ёбана! А ну это все пизда, там и пельмень, блять! Сзади это хуйта, ёбана! Ну все это пизда. Да я съебался, нахуй. Пиздец. О! Не, я думаю, блять, двух боев хватит, это пиздец. Я не хочу на шестерке кататься, это вообще... Типа листешки это не мое, а просто, блядь. Видос угар так, чисто. Ладно, я с вами прощаюсь. А ты это пиздец вообще. Бля, вот эти две пиздючки, они на самом деле классные там. Довольно интересно. У них, блядь, у них урон охуенный. Если бы КДМ чуть-чуть быстрее сделать, на секунду, это была бы имба. Это было бы охуенно просто. Ладно, я с вами прощаюсь. С вами был я, Дани КБ. Всем удачи, всем пока-пока. Нахуя рукой вот так сделал?